Всем привет! Покажу я вам наглядно на моем примере, как работает электрическое отопление без котла. А нагревательный элемент — это ТЭН, вкрученный в чугунную батарею. Итак, у нас температура на улице 4 градуса, в помещении 20 градусов. Вот характерный звук нагревания ТЭНа. Я думаю, на камеру слышно. ТЭН лучше ставить желательно не в спальное помещение. Это можно в ванную, на кухню или в коридор. Это у нас первая батарея, единственная, которая сейчас на данный момент подключена, и она нагревает всю систему. Подробное видео будет в описании, как я это все сделал и соединил. Вторая батарея. Вот следующая батарея. По счету она идет. Кухня, будем считать, вторая. Там еще одна комнатка. Более детально рассмотрим расположение батареи в доме. Первая батарея находится в ванной комнате, вторая в кухне, третья в спальне. В детской комнате находятся три батареи. Температура четвертой батареи. Это уже в другой комнате, через одну комнату. Тут у нас получается это алюминий вроде. Алюминиевая батарея. Я ее вот так вот приклеил. Вроде как бы это самое минимальное, то что она дает по этому ребру, 29 градусов. 31 градус. По алюминию отдача меньше, но там ребро пустое, в чугуне отдача больше идет. Ну и как бы и температура чуть-чуть выше, на 1 градус. 31. Вот пятая батарея. Тоже алюминиевая. Давайте померим сверху, что у нее, какая отдача сверху идет. Это уже пятая. Так, и смотрим по градуснику. Тоже еле теплая. 28, ну конечно, щупом мерить температуру, как бы, ну, такое дело. Но все одинаково, на каждой батарее одинаково прислоняю. 29, ну я думаю, ну вот 30 даже есть. В коридоре у нас батареи нет, есть только батарея в спальне. И это последняя батарея. И смотрим, сколько же у нее градусов. Вот еще раз проверяем комнатную температуру. Это температура в кухне, 21 градус. А сейчас самое интересное. Покажу, какая температура идет со скважины и какая идет с бойлера от отопления, которое нагревается. Включаем холодную воду. Так, вот холодненькая водичка у нас идет. Давайте сделаем вот так вот. Вот так вот. И смотрим, сколько градусов. А сейчас включаем горячим. Ну, видите, как нагревается быстро. Итак, у нас теплая вода, 36 градусов. Если мне нужна выше температура, то я перехожу на летний режим, переключаю два краника, и у меня в ванной только греется полотенцесушитель, батарея и сам бойлер. И все.